Родным Виталия Алифенко передали звезду Героя Республики Коми. Награду вручил глава Коми Владимир Уйба во время мероприятия, приуроченного ко Дню Героев Отечества, который пройдет в нашей стране уже завтра. Виталий Петрович Алифенко родился в поселке Нижняя Дуванка Сватовского района Ворошиловградской, ныне Луганской области. Закончил Санкт-Петербургский институт МВД, после СГУ имени Петерима Сорокина. До спецоперации проживал в Сыктывкаре. Кадровый военный. Службу проходил во внутренних войсках и Росгвардии. Служил заместителем командира батальона. Награжден медалями Минобороны РФ. Погиб в августе этого года, штурмуя укрепрайон на спецоперациях. Сегодня для меня большая честь передать награду родным Виталия Петровича. Я хочу поблагодарить от всей души его маму Галину Васильевну Алифенко. Спасибо вам, Галина Васильевна, за воспитание настоящего мужа, воина, сына. Виталий Петрович, гордится республика и страна. Сегодня в Коми Республиканской филармонии прошел реквием по героям. Он посвящен всем нашим землякам, проявившим себя в ходе специальной военной операции. Непридуманные истории мужества и героизма никого не оставили равнодушными.